Если вы хотите узнать, сколько людей привел Булкин на Arizona RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Не так давно, а если быть точнее, то около 5, возможно 6, возможно 7 дней назад, я точно не знаю, когда я выпущу данный видеоролик, у меня вышел другой видеоролик, я думаю, вы все понимаете, я думаю, вы уже все его из активной аудитории смогли увидеть, про Булкина, о том, как Булкин перешел с Arizona RP на Trinity Roleplay, и это его решение, как вы понимаете, оно вполне оправдано, когда ты хочешь заработать денег, и это нормально для ютубера такого масштаба, такого, знаете ли, я не знаю, такого количества подписчиков и вот всего-всего прочего, но об этом я уже рассказывал в другом своем видеоролике, если вы его не видели, то посмотрите, он вышел всего 5 дней назад, а далеко ли стать вам не придется, да и тем более, если вы не хотите листать, можете просто зайти в мой телеграм-канал, и там тоже есть такая, знаете, удобная навигация по всем моим видеороликам, но сегодня мы говорим немного не про это, сегодня мы поговорим немного про эффективность этих самых GTA Samp ютуберов, вернее, тут даже не GTA Samp ютуберов, а тут вот скорее уже, знаете ли, верхушка, при том, что есть вот несколько типов ютуберов, некоторые ютуберы, они берутся для того, чтобы вот прям, знаете, они чисто... Не, ну Булкин так-то дурак, что ушел, блин, потому что мы-то думали, он на нормальном проекте будет снимать, а он на эту донат-машину пошел, вот. Он такой дебил, такой дурак, вообще, блин, жесть. Но я зарегаюсь на Arizona Roleplay, и все будет классно, ура. Самповские, они чисто привлекают людей по своему вот этому промокоду, по своему вот этому никнейму и по всему-всему прочему. А есть ютуберы такие, знаете, которые поднимают немного рейтинг вот этого самого проекта, то есть, допустим, как сейчас делает GTA 5 RP промо видеоролики, там со всякими Хованскими, там со всякими вот этими, знаете ли, коринными стримершами, дневниками Хача, Эдвардами Дебилами и вот всеми-всеми вот этими, знаете ли, прочими людьми. Вот там такое тоже, как вы понимаете, есть. И вот есть вот несколько типов таких ютуберов. И я вот думал, что Булкин как раз-таки относится ко второму типу ютуберов, когда вот ты просто его берешь для того, чтобы у тебя, знаете ли, было, ну что ли, побольше, там, я не знаю, рейтинг, чтобы побольше, я не знаю, о сервере слышали. Однако Булкин, но он, в принципе, неплохо приводит аудиторию на проекты GTA Samp, и, наверное, понятно, почему он стоит дорого, и понятно, почему, наверное, его не хотели отпускать с Trinity Roleplay. Я, конечно же, опять вот всего этого не знаю, это чисто, знаете, мои предположения о том, что когда у тебя снимает, допустим, какой-нибудь крупняк, крупный ютубер, то, разумеется, отпускать ты его, ну, не особо хочешь. Это как сейчас, я не знаю, с Trinity Roleplay уйдет тот же Делорензи, но он такого не сделает, потому что он снимает на нескольких проектах, и, в общем-то, на нескольких проектах у него разные вот эти вот, знаете, его персонажи и все прочее. То есть, а это, знаете, неплохая такая вот, я не знаю, мысль у Делорензи была, знаете, вот обычно за съемку на нескольких проектах тебя могли анально выебать в жопу, а тут у человека нету промокода, человек снимает на нескольких проектах, и как бы все вполне нормально. Красавчик, красавчик, конечно, но давайте перейдем уже непосредственно к самому Булкину. В общем-то, у Булкина не так давно вышел его видеоролик, то есть около, опять-таки, недели назад у вот Булкина как раз-таки вышел его первый видеоролик на Arizona Roleplay. Он набрал аж целую 131 тысячу просмотров, а по никнейму его зарегалось, чтобы вы понимали, 1216 человек аккаунтов. Непонятно, правда, сколько из них достигло, знаете ли, 5-го игрового уровня, именно с этого игрового уровня человеку перечисляется вознаграждение, но я думаю, что большое количество людей так или иначе на его никнейм зарегались. И вот даже тут, когда под тем самым видеороликом был такой, знаете, большой хейт-спич, большой такой, знаете, негатив в сторону Александра Булкина, все равно на сервер зашли, все равно, несмотря на все это, люди зарегались, и несмотря на все это, от Булкина, я так понимаю, люди все равно играют, и вроде как даже он может привести таких, знаете, каких-то своих малолетних, маленьких ютуберов. Вообще, многие считают, что аудитория Булкина, она какая-то такая, знаете ли, токсичная, но сам вообще весь он токсичен, и вообще у самперов, как лично я считаю, нету какой-то своей аудитории, то есть посмотреть на те же, я не знаю, 100 тысяч просмотров у Доллара, хотя там, возможно, ладно, его плюс-минус аудитория. Посмотреть на тот же 1 миллион просмотров у Батори, вы думаете, это какая-то вся аудитория Батори? Нет, это аудитория там всяких разных детей, которые просто так залетно зашла на вот этот вот весь видеоролик и вот все это посмотрела. А так, то есть там его аудитория, ну опять же, ну 1100 максимум, как у того же Делорензи, то есть тут ну, не больше, не меньше, как лично мне кажется. И то это в лучшем случае. А так, то есть он снимет что-то другое, и там будет, ну, тысяч, возможно, 50-40 вот просмотров, как бы, чтобы вы понимали. Но ладно, сегодня мы говорим немного не про это. Так вот, в чем же вся проблема? Когда
Булкин ушел с Trinity GTA, где он раньше снимал, в общем-то онлайн очень сильно упал, и дела у них пошли не особо хорошо. То есть, начиная с 12 мая, это вроде тот вот момент как раз-таки переломный, когда Булкин там уже и не снимал, и уже вроде как ушел, общий онлайн-проект и не доходит до 2000 игроков одновременно. Ну перешел и перешел, че вы бухтите-то, бля? А это, чтобы вы понимали, плохо. У того же сам ПРП вроде дела идут получше, при том, что, ну это как бы немножечко другая сфера ролеплея, то есть там, допустим, какой-нибудь лайт ролеплей, а вот этот самый Trinity ролеплей, это, насколько я понимаю, медиум РП проекта, и вот там как-то вот, ну все идет вот именно вот так. Однако мы будем дальше следить за развитием всех этих событий, что там будет с Trinity ролеплей, что там дальше будет с Arizona ролеплей, нам все это будет интересно. Кому, блять, нам, если тут сижу только я? Опять-таки, не особо понятно, но в любом случае я прослежу за всей этой информацией. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Сервер, на котором я снимал, это практически тот же самый сервер, на котором снимал Булкин, только немного другой. У меня Феникс, у него другой проект, вот, но вы можете зайти ко мне, потому что у Булкина и так много рефералов, а у меня их не особо много. Вы зайдите, зарегистрируйтесь на мой ник, а прокачайте свой аккаунт, и все у вас будет замечательно. Также в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, перейдите туда, там тоже все будет замечательно, круто и вообще классно. Заходите, регистрируйтесь и чувствуйте себя как дома на Arizona Roleplay Phoenix. А всем спасибо, хотя за что, возможно за лайки, возможно за дизлайки, а возможно и за комментарии. Я не прощаюсь, всем пока.